памятаем. Гомельские миротворцы сегодня провели телемост со своими столичными и российскими коллегами. Студия разгорнулась у 27-й средней школе. До сеансу видеосовязи подключились школы миру из Минска, российских Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Владикавказа и Нялидова Тверской области. Головная тема размовы – ведома 75-я годовина перемоги у Великой Айчинной войне. Миротворцы обмерковали важность захования памяти об трагичных и героичных сторонках тех подей. Домовились и надалей разом распаўсюджваць у грамадстве идеи миру и сябровства. Проводится вот эта акция совместно с россиянами, со школами юных миротворцев, где есть, чтобы отдать и дань памяти тем, кто обеспечил эту победу, поблагодарить их и сказать, что такое война и что сегодня должны предпринимать наши народы, чтобы был мир, дружба в целом и прежде всего был мир и дружба, взаимопонимание между нашими республиками.